Иерусалим – город, интересующий миллионы людей во всем мире. Он является колыбелью иудаизма и христианства. Здесь находится важнейшая для многих святыни. Но не менее интересный Иерусалим находится на нижних этажах. Город Давида – место, с которого берет свое начало священный город. Именно здесь обнаружены важнейшие артефакты, доказывающие еврейское присутствие в Древнем Иерусалиме. И, конечно же, один из самых эксклюзивных объектов города – подземные тоннели под Стеной Плача. Я приглашаю вас на экскурсию «Подземный Иерусалим», чтобы исследовать самые древние страницы истории этого уникального города.